В Каспийске во дворце спорта имени Али Алиева стартовал чемпионат России по дзюдо среди спортсменов с нарушением слуха. Участвуют в соревнованиях 150 спортсменов. Среди них мужчины и женщины из 37 регионов России. На церемонии открытия присутствовали почетные гости, в числе которых именитые спортсмены, тренеры, общественные и политические деятели. Республика делает очень много для именно этого вида спорта, потому что оказание и поддержка перед совместными возможностями – это важное и очень нужное для нашей республики, для наших жителей. В рамках открытия мероприятия не обошлось без выступлений творческих коллективов республики. Далее спортсмены перешли к финальным схваткам. Отметим, что Дагестан на турнире представляют 17 дзюдоистов.